Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили президенты Турции и России. В ходе телефонного разговора Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин отметили успешную деятельность совместного мониторингового центра в Агдаме. Все стороны должны внести посильный вклад в обеспечение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, уверен турецкий лидер. Президент Турции также предложил провести встречу экспертов трех стран с целью повышения эффективности усилий по восстановлению транспортных путей в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана в рамках договоренностей от 11 января текущего года.